Город наш вообще, он действительно промышленный. Я помню, на трамваях в сторону вот завода «Прогресс», «Авиакор» невозможно было утром рано сесть. Битком забиты были люди, работали. Ну, а потом, в общем-то, пошел на спад. Так что, я думаю, это рабочие места. Город будет развиваться. Только положительно смотрю на это. Город-то большой. Город большой. Город растет. У нас есть и молодежное влияние. Вы знаете, очень много наших высших образований, которые со стороны приезжают, понимаете, с ближайших районов, даже с ближайших областей. И многие из них остаются здесь. И они хотят перспективу, они хотят работать, хотят зарабатывать. Почему бы и нет? Это прекрасно, это будет на развитие города. Самара на первое место выйдет. Это будет лучший город на Волге тогда, где будет и предприятие, и промышленность. Это прекрасно, потому что я как экономист бывший могу сказать, что чем лучше заинтересованность людей в хороших заработках, тем выше результат. Поэтому отношусь очень положительно. Я думаю, это действительно очень нужное дело. А это рабочие места, это занятость людей. Я считаю, это все тоже очень хорошо.